Так, идите вперед туда. Нестор, впереди не идите. Вот вышли сегодня 9 июля 2017 года. Крестный ход на крещение. Сегодня у нас 9 июля, вот продолжаем крестный ход от храма. Сегодня у нас крещение у братьев, сестер. Вот они идут. Вон бабушка Серафима стоит тут у нас. Погода тихая. Там зад будет. Да, да. О, вот это что? Серафима. А ты как, оттуда что ли по воде прошла? Или как? А туда дальше надо. Куда идти? Смотри, вперед нас. Иди по опорке, сильно. Вон там. Вон. Какой святости достигли у нас батюшка, да? По воде ходит пешком. Там будет, туда проходите. Я сделал, там вон два колышка, туда вставляйте. А фонарь тоже нету. Ну да. А лом вот здесь, вот он. Ну да. Ну здесь. Ну здесь крест, а фонарь подальше. Нет. Ну давай. Крест. Че, Игорь, глубоко слишком? Нет? Деревянное дно, нет? Чтобы... Деревянное или вот такое? А из резины коврика. Вот таких? Да. А, так и будет всегда, где? Чтобы купаться. Моя где раздевалка? Посмотрим.
Вот это моя, да? Да, хоть как будет, да. Вот это. Готовьте там крещаемый. Иди сюда. Крещаемый готовьте. Да. Я, наверное, буду. Женщины вон в палатку идите. Вон туда. А мужчины где? А мужчины где? Я думаю, в этих кабинках. Вон во вторую сходите. Кто там? Батюшка, Поводя, вы еще же не опустили эти. А? Почему опущено, опущено? Это лишнее. Лишнее. А там глубина какая? Нормально, вот так вот. Интересно, как поднялась вода. Этих-то что, будут тоже крестить? Маленьких? Ну да, хотели же. Надо тоже их. А где братья? Никита, там что, на две поделены? Вы же тоже с детьми, дети тоже будут крещены? Да, да. Вот их надо подготавливать, в палатке. Палатку? Да, вот для женщин заведете их туда и там подготовите. Да, в палатке. В палатке. Такая, если его здесь просто переодеть. Да можно, здесь они еще. Давайте переодеть. Давай. Где у нас крещается? Ну тут батюшка, все, он ее занял, он не даст ее. Так он сейчас же выйдет оттуда. Нет, он не даст ее, все. Да мальчик, это иди. Папа, ты давайте я помогу. Девочки, вы бы цветы бы набрали бы, хоть какой-то букетики. Ну, чтоб крещаем подарить. Вон там цветочки разные. Вон, смотрите, вон разные. Ну, смотрите, дело ваше. Что дружит мне, помогать, не знаю, кто вам.